все машины оборудованы самописцами, контролирующими температурные режимы. Сегодня много говорили, что необходимо принятие какой-то единой резолюции, которая бы служила документом и рекомендациями для наших новых органов таможенного союза, для наших регуляторов в странах СНГ, в странах таможенного союза. Уровень специалистов, которые прибыли на этот форум, это профессионалы своего дела. В свое время мы были одними из инициаторов идеи переноса в Москву форума, объединяющего пространство СНГ. Я хочу поблагодарить строителя форума за приглашение на этот форум. И я очень довольна тем, что мы находимся здесь, потому что общение с коллегами из сопредельных стран, с коллегами из СНГ, кроме того, возможность общения с представителями крупных фармфирм, это имеет очень большое значение и в нашей дальнейшей работе, и для анализа рынка, и для дальнейшего сотрудничества, я так думаю. Практически все специалисты, которые работают на этом рынке. Во-первых, Министерство здравоохранения, которое является основным регулирующим рынок органом.